Ну, какие вести? Огонь головни больше не горит. Это была Аббатисса Ингеборга. Боги, никогда бы не подумала. Неужели власть Ордена так велика? Да. Под его влияние попадают даже те, кто с виду совсем нечистолюбив. Она хотела сжечь все христианские книги в городе, чтоб Йорвик отверг христианство. А еще сказала мне нечто странное. Один из четверых наш. Четверых? Но ведь, судя по письму, их трое. Может, мы что-то упустили? Пик ты! Эти подлые псы разгуливают не только на севере, но и в наших землях. Хьор сказал, наши лазутчики... Они все мертвы. Лишь один из них смог вернуться, избитый и весь в крови. Чтобы эти пикты провалились. Льюфина, ты не могла бы подойти? И Хьор, если он рядом. Да, я скоро подойду. Это печать и загадка. Один из четверых наш. Из четверых. Риксик, Фаравит, Аудун и... Хьор. Четверо члены Совета. Надо поискать среди их вещей, пока они заняты праздником. Да. Да, идем. В архивы. Мог я что-то не заметить? Скоро мы это узнаем. Список. Здесь то, что нужно Йорвику для пира. Так пишет Аудун. Сколько всего вычеркнуто. Откуда у него деньги на такие покупки? Аудун влиятельный человек. Я все это видел. Оружие, припасы. Хватит на небольшой отряд. Но на войско Хальдена вряд ли. Возможно, из-за этого Фаравит просит у Совета денег. Печать. Похожая на ту, что я нашел в канализации. Печать, которую ты забрал у иглы. Думаешь, кто-то мог ее украсть? Продолжим искать. Этот стол. Похоже, его сюда передвинули. Стол Хьора. В нем полно серебра. На полу царапины. Раньше стол Хьора стоял возле той стены. Зачем его двигать? Скрытый проход. Куда он ведет? Следи за дверью. Здесь было вино. Тот, кто убрал его, очень торопился.
Здесь раньше были бочки с вином, а в воздухе запах миндаля. Похоже, вино отравлено. Скорее всего, это вино для Йольского пира. Кто-то из Совета решил убить всех, кто там будет? Думаю, да. Это не он. Не мой Хьор. Он бы этого не сделал. Он... Успокойся. Не будь поспешна в суждениях. Сначала все разузнаем. Сейчас нам нужно попасть на Йольский пир. Люди в опасности. Верно. Римский амфитеатр. Нам туда. Видишь вино? Нет. Значит, время еще есть. Весь совет сейчас здесь. Любой из них может быть тайником. Ты жди, когда сюда принесут вино, а я поговорю с членами совета. Может, поймаю кого-нибудь на лжи. И с Хьором? И с Хьором. Если тайник, это он. Я не дам ему убить всех этих людей. Льюфина. Я поняла, но одна просьба. Решишь действовать, посоветуйся со мной. Ладно. Пора мне поговорить с советом. Упомяну вино, посмотрим, что они скажут. Так, я... Фаровид, можно на пару слов? А, Дрэнк, если хочешь примкнуть к войску, я согласен. Такие люди в войне с пиктами пригодятся. Может, присоединюсь, но я хочу знать, кому помогаю. Ты любишь выпить? Ха, но если это вызов, то я готов. Хорошо, тогда я принесу вино. Вино? Да брось! Давай-ка лучше эль! Так мы точно сможем понять, кто из нас пьянеет медленнее. Упомяну вино, посмотрим, что они скажут. Так я пойму, кто из них тайник. Аудун, похоже, ты нашел деньги, чтобы подготовиться к пиру. Должно быть, ты очень рад. Это мягко сказано. Взгляни вокруг. Я и подумать не мог, что придет столько людей. Скоро начнется пир, и все они получат то, чего заслуживают. Нужно за тебя выпить. Я принесу вина. Нет, 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 я не могу. Это вино для жителей Йорвика. Но как будет здесь, не стесняйся, пей. Аудун превзошел себя. Это точно. Если риф продолжит в том же духе, его ждет славное будущее. Я подготовлю серебро в ближайшие дни. Спасибо, Бо. Хорошо. Хьор, кто это был? Вот и ты. Я уж начал беспокоиться. Не стоит. Мы узнали, что тайник здесь. Это кто-то из членов совета. Ты уверен? Да. Когда я выясню, кто, мой клинок пронзит его сердце, и все будет кончено. Но до тех пор главное для меня не вызывать никаких подозрений. Нужна твоя помощь. Ясно. И что я должен делать? Нужно, чтобы ты сильно напился. Что? Зачем? Для отвода глаз, чтобы никто не смотрел на меня. Вино скоро принесут. Выпей 3 кубка и начни шуметь. Мне не пристало быть пьяным. Придумай что-нибудь еще. Прошу тебя... Эйвор, тебе удалось узнать, кто тайник? Да, я выяснил. Причины для подозрений мне дали все, но некоторые больше других. Каков же твой вердикт? Аудон больше других хотел устроить пир. И готовил все он, а значит, имел доступ к вину. Еще он помогал Аббатисе Ингеборге,
Получается, был связан с головней. Да, звучит складно. Что еще? Из всего совета только он один знал, что вино еще не принесли. И выпить отказался, заявив, что это все для гостей. Так что, полагаю, тайник Аудун. Братья, сестры, друзья, мир всем вам! Перед тем, как мы начнем, хочу представить почетных гостей. Рядом со мной высокочтимые лорды Йорвика, те, кто уберег город в это трудное время. И сегодня мы чествуем не только Йоль, но и этих вот знатных господ, которым каждый из нас стольким вино обязан. Вино, тайник Ауду. Им конец, о другом нужно думать. Давайте выпьем за их и за ваши успехи. И пусть всем воздастся по заслугам. Тварь. А пока вас оглушили гордыня и жажда наслаждений, самое время сказать, чего заслужили вы. А именно смерти. Орден принесет в этот мир порядок. Жаль только, что вы не доживете. Уведи членов совета, а я займусь Аудуном. Здесь мне точно не рады. Всех королю! Нельзя избежать будущего! Кричать, Аудун, твоя смерть пришла. Чего же ты хотел добиться?
Какое богатство стоит смертей и страданий стольких достойных людей? Лишь глупец назовет их достойными. Они изнежены, слабы, самодовольны, прожигают свою жизнь. В этих деньгах сила ордена. Я копил их ради его славного будущего. Обирая честных людей, торговцев, священников, знать всех. Эйвор, ты не понимаешь. Знать не знаешь, как все устроено. 9 миров? Нет. 9 раз по 9 тысяч. И столько же солнц. 9 ночей я провисел на древе, был сам себе жертвой. Такова цена знаний. Мириады сфер, что ждут света нашей истины. Я живу в одном мире. Ты вовсе мертв. Где же они? Расправь крылья, Сюнин. Сюда. Вы в порядке? Да. Паравит и его люди сопроводили Риксига во дворец. Сейчас все в безопасности. Встретимся там. Подлый мерзавец. Устроил заговор у нас под носом. Плевать. Мне нужны ответы. Тише, лорд Риксик. Аудун мертв. Я хотел сам вырвать его хребет. Хочешь меня успокоить? Объясни, что происходит. Аудун состоял в Тайном Ордене, который хотел захватить власть в Йорвике. Ему помогали Григорий, Смотритель Порта, Ингиборга, Аббатисса. Что же, Эйвор, ты искал заговорщиков самого своего прибытия? Да.
Пришлось держать все в тайне. Эти люди дотянутся до любого, проникнут за любые стены. Не найди мы их, они бы сожрали Йорвик изнутри, как черви испорченное яблоко. Но ты смог этому помешать. Мы в долгу перед тобой. Будь уверен, я все расскажу Ярлу Хальфдену. Раз угроза миновала, прими мою благодарность. Как и многие другие, я жив лишь благодаря тебе. Я хочу назначить тебя почетным ривом Йорвика, Эйвор. Ты согласен? Признаюсь, звучит хорошо. Почту за честь. Ты это заслужил. Что ж, если это все, напомню о куче серебра, спрятанной под улицами города. Точно. Серебро, что набрал смотритель порта. На что предлагаешь его пустить? Многие торговцы лишились товара. Почтим же праздник Йоля, вернув это серебро честным жителям Йорвика. Весьма мудро. Я согласен. Что ж, тогда я прослежу, чтобы Хьор раздал всем поровну серебра. Пойдем, Фаровид, заберем это серебро. Я хоть прогуляюсь. У нас в Бьярмии говорят... Лишь мертвым есть на что жаловаться. А мы пока живы. Я бы пожаловался на короля и состояние казны, но воздержусь. Ты молодец, Эйвор. Вы тоже. Возможно, вместе мы бы смогли спасти Норвегию от Харальда. Еще спасем. Нет, Норвегия уже в прошлом, а в будущем вся Англия. А теперь мне пора. Стой! Нужна будет помощь, мы придем. Вот еще что. Я усомнился в тебе, Хьор, из-за серебра на твоем столе. Скажи же, для чего оно? Видно, в секрете мне этого уже не удержать. Я попросил мастера сделать подарок Льюфвине, чтобы преподнести ей к Йолю. Хитрец. Пойду я, пока вы трон не осквернили. До следующей встречи, Эйвор. Не здесь, так в ином мире. Окажешься в Йорвике снова, выпей с нами, Эля. Я тут знаю одно местечко. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести.
Что сегодня при... Советую. У меня ведь еще такое есть. И что, это все? Мне пора в путь. Прощай. Надеюсь, скоро вернешься. В Йорвике больше нет приспешников Ордена. А Льюфвин и Хьор помогут нам, когда будет нужно. Ты хорошо справляешься с этой работой. Так скоро к незримым примкнешь. Вряд ли. Таясь по закоулкам, славы не добудешь. Посмотрим на карту союзов. Винланд, как думаешь, слухи об этом месте не врут? Не знаю, но есть женщина, готовая туда отвезти. Говорит, что бывала там. Если она готова проделать со мной долгий и опасный путь, я ей верю. Ее зовут Несса. Она будет ждать тебя на причале. Что ж, тогда в путь. Горм Кьотвисон умрет там, где его не найдут валькирии. Путь предстоит не близкий, Эйвор. Береги себя. Поговорю с Хайсом. Поговорю с Хайсом. Сволка, как у тебя дела? Хорошо, что Басим вернулся. Мне еще многому нужно у него научиться. В Йорвике не осталось сил Ордена. Превосходно, друг. Спасибо за все, что ты сделал. А, для тебя кое-что есть. Пару дней назад пришло очень странное письмо с подписью некоего... Бедного воина Христова? Именно. Ты его знаешь? Лично нет. Но этот воин много знает об Ордене. Именно благодаря ему моя охота прошла так успешно. Здесь сказано, что нужно отправиться в Винчестер, в Дом Божий, найти человека в белом и произнести «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость». Ладно, сначала я поговорю с Рандви и выясню, что к чему. Тебе что-то нужно? Хайсом, я нашел страницы кодекса, как ты просил. Всего 6. А, прекрасно. Первые незримые оставили слишком мало записей. Теперь наши знания о них приумножатся. Возможно, все это писали сами основатели незримых. Но их имена, к сожалению, уже давно позабыты. Видимо, они так хотели. Я надеюсь, эти записи позволят нам что-то выяснить. К
Кто знает. Я лично не могу здесь разобрать ни единого слова. Знаешь, у торговца с черного рынка, Реды, есть запись того же периода, что и страницы кодекса. Поговори с ним, если хочешь посмотреть. Реда, Хайсом сказал, что у тебя есть записи одного из первых незримых. А, это старье? Да, короткое письмо от одного незримого другому. Крайне редкая вещица. И как оно к тебе попало? Его оставил мне на хранение друг. Его звали Баек, египтянин. Славный малый, мы с ним давно не виделись. Очень-очень давно. Как бы то ни было, письмо на демотическом. Так что ты его вряд ли прочтешь. Но можешь взглянуть. Берегись, любимая. Я слышал рассказы о тайном кодексе, что передают друг другу в конторах наши последователи. Как в Империи Августа, так и за ее пределами. Он зовется Кодексом Магоса, и в нем сказано, что ты одна из основателей незримых. Это не только подвергает риску тебя. Это противоречит принципам нашего братства. Мы ищем справедливости, избегаем похвалы за наши труды. И должны таиться в тени своих побед. Если ты найдешь страницы этого кодекса, советую их уничтожить. Так мы сохраним дух незримых. Я знаю, что сделать это будет непросто. Немногие способны долго хранить подобные тайны. И, быть может, мы потерпим поражение. Но если мы и падем, то сражаясь за справедливость. Береги себя, моя любовь. Исида, звезда Севера, даже на закате жизни я твой Осирис. Пусть наш Гор переживет нас. Я часто думаю о тебе, милая. Утром и вечером, днем и ночью. И в дождь, когда шеи касается дыхания Амуна. Я помню, как ее покрывали твои поцелуи. И буду помнить это до самой смерти. Рад тебя видеть. Мне уже пора. Ступай с миром.
Если дурной человек принесет хлеб, дашь ли ты его детям? К чему выбрасывать добрую пищу? Пусть лучше дети будут голодать. Дар змеи всегда окажется ядовит. Зло не умаляет сладости. Пусть от нее и останется лишь привкус. Сказал, что он христианин, но он был одним из нас. Он лишь хотел получить серебро и мечи для своих воинов в Мерсии. Ты последовал его примеру? Без колебания, без раздумий. Офа гордился бы мной. Должно быть, тебе уже сотня лет, старик. Не меньше. Thank you.
Я перебью даже зубра! Кто... Эй! Похоже, ты изнываешь от жажды! Победишь, если выпьешь быстрее меня! Клади монету! Так интереснее! Вот это награда! Готовь кубок! Крепковат! Скоро будешь пол целовать. Уже ноги не держат. Сюнин, укажи путь.
Стань моими глазами, Сюнин.
Смотри, Сюнин. Да-да-да.